парковка в Германии, в больнице, короче. Мы приехали в 12 часов. Сейчас, короче, 3 часа, да? Сколько? 15.00. 15.00. Вот, короче, смотрите, сколько стоит. 45 минут стоит евро. Целый день стоит 10 евро. А неделю стоит 25 евро. Сейчас посмотрим за 3 часа. Да, мы пробыли 3 часа, получается. Ну, 2.40. 2.40. Сейчас посмотрим, короче, вот сюда тикет вставляем. Смотрим, сколько выдает. 4 евро. Быстро засовываем сюда бабусики. 4 евро нормально за 3 часа, да? Ну вот, ровно 45 минут еврик стоит. Опачки. И вот сдача где-то, да? И еврик сдачки. Попалась мне супер монета, а? Ищем такую монету или не ищем? Блин, за вот такую парковку подземную, вон я вам там покажу сейчас. Подземная парковка, 4 этажа, вертолетная площадка сверху. Я считаю, за неделю, если ты находишься в больнице, и пролежать здесь неделю, и простоять твоя машина на парковке, на подземной, в тенечке, короче, 25 евро, это нормальная цена. Даже за день 10 евро, тоже нормальная цена.